Старшая по дому номер 39А улицы Ленина Валентина Николаевна рассказывает, что эта дорога с очень интенсивным движением. Ежедневно по ней проезжают десятки не только легковых, но и грузовых автомашин. Неудивительно, что дорожное полотно сильно износилось. Когда женщина увидела спецтехнику во дворе, обрадовалась. Очень хотелось бы, чтобы наша дорога была выполнена качественно. У нас такое интенсивное движение, особенно в летний период, когда дачники на Красувал едут и по магазинам. Здесь у нас очень много общественных зданий, и детский сад, и школа. Когда я посмотрела, где вот они сняли эти грунт нехорошего асфальта, там глина видна, и я подумала, что если на эту глину будут ложить асфальтовое покрытие, то оно прослужит недолго. Буквально на следующий год нам тоже опять понадобятся эти ремонтные работы. Женщина пообщалась с бригадой, ее поспешили успокоить. Ямочный ремонт будет сделан по отработанной годами технологии, которая их не подводила, и за качество они отвечают. Мы же продули, убрали перед тем, как вот начали делать. Они сказали, все, сейчас вот устраним тут, мы это обдуем, все, что можно сделать, будет асфальт качественно, у вас ремонтные работы качественно будут выполнены. Но срок службы, они говорят, 3-4 года. Переживания женщины можно понять, им постоянно приходится отстаивать возможность проживать в комфортных условиях, будь то замена качелей или лестниц. С ее слов, жильцы постоянно ходят по различным инстанциям, чтобы добиться своего. Сейчас старшая по дому хочет обратить внимание УЖХ на облагораживание территории. Так что и долгожданный ремонт дороги под их чутким наблюдением. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».